Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас очень и очень жду. А сегодня мы будем печь вкусные лакомства для детей, творожные пончики. Для этого нам понадобится 3 стакана без верха муки, 4-5 яиц, в зависимости от размера, 3 столовых ложки сахарного песку, 1 чайная ложка соды, сахарная пудра, ягодки, может замороженные для начинки, любые, а можно и свежие. И 600 грамм творога жирненького. Ну, поехали! Разбиваем яйца, берем песок 3 столовых ложки и взбиваем до пены, до белой. Добавляем чайную ложку соды, ванильный сахар по желанию. Перемешиваем. И растираем творог. Добавляем муку частями и замешиваем тесто. Берем ложку теста. Обваливаем в муке. Муку мы не всю высыпаем 3 стакана. Вот немножко мы оставили. Вот так разминаем ладошки. Вот так. И вот так вот. В середочку ягоды кладем. Это такой сюрприз у нас будет. И раз, раз, раз. Делаем шарик. Он хорошо лепится у нас. Вот. Чуть-чуть присыпаем так вот. Вот, видите? Сковороду. Налили масло подсолнечное, раскалили ее, а потом положили наши пончики. И вот румяные корочки жарят с одной стороны по минутке и с другой стороны. Теперь выкладываем получившие наши пончики на бумажное полотенце. От излишки жира освобождаем их. Ну вот, испеклись наши вкусные пончики. Приятного аппетита!